Завтра в спорткомплексе «Триумф» начнутся предварительные схватки чемпионата России по вольной борьбе среди глухих. Мандатную комиссию прошли 158 борцов из 18 регионов страны. Сильный состав привезли команды Дагестана, Бурятии, Осетии, также серьезный состав у Якутии. Завтра в 8 весовых категориях предварительные схватки начнутся с 10 часов утра. Торжественное открытие состоится в 5 вечера. Далее финальные встречи. Прямую трансляцию будет вести наш сайт НВК. defisonline.ru. По мимике, вот, по жестам, по глазам они все вот смотрят, и раз отношения они очень чувствуют. И, конечно, вот это интересная работа тоже вот с ребятами.